Особое внимание уделяется местам, где горки образуются в силу ландшафта территории. Поэтому первым адресом для проверки стали скаты в районе реки Китой в 189-м квартале, которые пролегают параллельно трассе. Съезжая с них, оказываешься прямо на проезжей части. Если такую горку обнаруживают, сотрудники полиции вызывают дорожную службу, которая засыпает скат. Данный рейд входит в комплекс мероприятий всероссийской акции «Безопасность детства», который проводят в городском округе ежегодно. Проводим беседы, то есть отправляем домой обязательно, да, доводим детей до родителей, родителям и детям объясняем, что смотреть лучше за своими детьми, не отпускать, знать, где их дети катаются на самом деле, да, потому что сейчас очень опасный период, травматизм, гибель детей у нас бывает, поэтому вот разъяснительные работы у нас ведутся. Целью рейдовых мероприятий является предупреждение несчастных случаев и других происшествий, связанных с катанием людей с горок, расположенных вблизи проезжей части. Сотрудники ГИБДД просят граждан сообщать о стихийных горках, замеченных на территории Ангарского городского округа. Ангелина Борисова, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск.